Ну что ж, будем продолжать. Сталкер. Кашулю не объект. Нам надо сейчас еще Сидорычу сгонять. Отдать. Точнее, задание. Качель-то. Подожди, подожди. Мне надо сейчас отдать. Проходи, не задерживайся. Почему он не хочет показывать на карте? Опять-то не так. Припять, да, есть. Да, оказывается, не так много локаций. Ну, блин, вот почему он не хочет брать, отмечать это задание? На свалку надо. На свалку, ну отмечай. Значит, я иду туда. Все понятно. Да, много пробежал.
Так, один магазин. Он вижу, вижу. Что все прицельно? Ну что это значит? Как оно? Убегу! Колбасит, да? Так, ну все, очнись уже. Закуси, блин. Отлично. Хватит тоже. Блин. Когда же его отпустит-то? Когда я за заданием-то пойду? Двое еще находится на том месте. Давай же, ну блин, ну вечно. Да угомонись ты уже, блядь, мечный. Господи! Вас, да нахер на вас, да. Походу провалил задание. Блин, ты можешь завалить, да, сука, быстрее, блядь! Чинись ты уже, блядь! Хватит! Блядь, ты уже фиг должен был 100 раз пройти, блядь, ты все равно, блядь.
Что? На этом вы кончились? Так, столько болтовни было. Чем вас мы поймали? Далеко я вот от него. Прямо идти. Ой. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил на огонек.
О, привет, Ваня. Я что-то пью, уже в чат не смотрю. Потому что никто не смотрит, что я смотрю в чат. What the fuck, what the fuck? Яйца не пёзнулся. Нафиг кто эти? Долину. Спасибо, мне туда не надо. Удился опять. Нашел. Кому там насчет? Это к Сидоровичу. На свалке опять? Кому? Какой именно торговец, так не уточняется. Сплавить ему все эти факты. Будем здесь. Каменный стук продаем, тоже же продаем, это герму продаем, а это тоже. Это дерьмо. Так, один масляный поймал. Это у вас собака, да? Может, потом убью всех. Это совсем другая история. Иди своей дорогой, Сталкер. Иди своей дорогой, Сталкер. Защити мир от зоны. Вступи в долг. Что вам всем от меня надо? Патронами для калаша закупиться. Блин, это к Сидоровичу надо было идти. Провал. Не успею добежать. Тебе
сюда нельзя. Как мне? А что-нибудь продать еще? Я так не добегу. Художественно. Можешь сказать, ничего не могу. Сюда нельзя. Теперь можно спокойно добежать. Сидорович, я бегу. Надо еще энергетиков купить. Осталась одна банка. У нас вернулся отлично, прям валим прямо. Того же ничего нету. Так, все правильно я думаю. Так, ну мы маслин словили. Когда мы успеваете отспауниться, тупо это. Так вот. Так-то, к сожалению, ничего нету. Опять валить надо. Кому успеть? Там же осталось меньше часа. Это наш. Вообще ни разу не видел, чтобы они здесь были. Лично.
Че вот такие бомжи-то? А кроме калашей ничего не было. Даже у бандитов хоть что-то есть. Надо помочь. Бандиты напали. Пидоров всех перевалили. Так, соснул. Я вас вижу. Это обязательно я должен сюда заскочить. Полутать. Духи, блин, налетели. Я ухожу, ухожу. Так и пойду зачищу этот вояк, блин. Они меня бесят. По-любому как-нибудь нападут на наших ребят. Даже два выполнил задания. Неплохо, хорошо. Но будет еще. Заходи. Ну, удачной охоты, сталкер. Вот почему здесь люди не сидят? Они сидят под дождем. Пошел нахер.
Дебила, блядь, кусок. Сколько у вас вообще там еще? Вроде всех убил. Сука. Потрогли, потрогли. Да нету хуже, блин. Кончились. Как быстро они, правда, кончились. Ох. А в шкафе плюхнулся. Валяр или что-то дерьмо. Куча пустых банок. Энергетиков. Так. Я помню, как этот паскуд должен прятаться где-то. Перец. Он хочет от нас понять, потому что мы фирму блин взяли, блин, потом опять. Вот и все.
Так, задачи. Может, на крыше где-то находится дом. Тайник. Так, что надо скинуть нам? Это скидываю. Продам, пожалуй, аптечки некоторые. Что притащил? У меня вообще бинтов мало стало. Так, все, вроде как. Не вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Это вот слепые собаки только.
Это камень вообще, блядь. Че я в него пытаюсь тыкнуть? Где все мы? Я че дойду, опять появится какая-нибудь собака. Тут вообще ничего нет больше. Труп еще дальше уехал. Вот он, вот он. Это слепые псы. Мне нужна псевдособака. В смысле? Что за херня? Костик умер. Хабар принес. Ну, проветришься, заходи. На свалке.
И вот туда все. Как один. Что-то у меня жизнь, что ли, пополняется? Он пидор, блин, опять нападает. Кумасики, блин. Так, и все. Уберите нахуй эту собаку, вы. В смысле, а чё они со мной воюют? Военный. Что за херня? Почему военные уже тут? Их наших покосили. Сдохла эта игра. Отлично, мне, блядь, выскочил этот зеленый жук. Закройся уже, блядь. Раскрашивался. Ладно, сейчас мы добьем. Тут квест закончим, потому что мне тут уж выйти. Мне нравится. На кордоне мы бежим, на кордоне мы бежим. Эх, мы жим, жим, жим. Это вообще не понятно, херня творится. Нету. Жужика убил, да. Да она здесь бушует-то.
Это так они начали тут спавниться. Первый отбаш никого нет. Тогда боюсь с собаками, я побежал. Они такие, небось опять эти отспавнится. Просто кто напали? Все живы? Вот. Это в баре он. На ее правила. Может, он начал на геопром заскочить. О, опять. Пасок полегло, хреново тучу, вы все равно придете сюда. Пофиг всем воевать опять. Он опять не нападает садом. Чики брики. Этого в откат. Вот как я тебя не заметил-то, а? Господи, блин, эти бляха муха, ты ж куда это я сейчас, я со мной начал локацию попаду, я ж забыл сохранить. Так, теперь понятно, опять они все заспаунились, блин. Фу, ничего, бесконечно, что ли спаунился, я так не могу понять-то. Бесчисленное количество топов валяется, и не все равно. Оно все начинается. Тут вояки. Куда они могут идти? Так, с военным. Военный это Ксидра, что надо идти или как? Так, убери оружие.
Там опять нападают на нас. Бегом. Вот это прикол. Могете. Сейчас как колбасу по башке ударивает, сразу зайдешь. Давай. Автомат-то не на помойке найден. Почему он постоянно клинит? Просто десятками валяется. А пофиг, мы еще заспавним кучу. Все правильно иду, да? Есть контакт. И как это понимать? Этого военнослужащего искать надо. Собаками до сих пор боюсь. О, ноу. Спокойно. Это бандитов как в шейх. Вас хрен избавишься, блять. Вас до хрена, блин. Ну, кровосос, ну не твои сейчас время. Миш, мешать. Так, здесь больше не будет. Это подарок судьбы. Пульс схватим его, пойдем. Конечно, плохо то, что нет. Кто там с кем боит? Бандит, он на лифте. Кто будет не был, я кину гранату. Да, это вояка. Пошел. Тихонечку. Сколько у вас там трое было или двое? Тоже патроны от калаша.
А нахрен ты схватил тут? Так, в смысле? Значит, надо его прямо идти. Достали. Где-то двойнасорщик-то. Вода радиоактивная. Артефакт валяется. Так, написали, что у тебя есть. Это так за тобой охота началась. Ну, конечно, стоит туда полезть, я не знаю. Господи, ну вот это я идиотина. А что, может сходить туда? Раз вода нас не убивает. Нет, счетчик считает иначе. Уже один остался. Чего дохнет-то, как собаки-то? Он кровососущий. Совсем охерели. Среди белого дня, блядь, такой. Наглый. Собака или нет, тэп, полет свой. Целых два артефакта. Ты можешь идти? Ну я свалю, я свалил.
Сколько у меня минус 5 штук? Так, это к Сидоровичу надо было отнести их, да? Забыл все. А хвост-то я помню. Тык-дык-тык-дык. Проходи, не задерживайся. Моя информация может тебе пригодиться. Зак. Динамо, это точно кровотечение по сам еще. Тебя сюда нельзя. Так, что у нас по заданию? Спасибо для собаки. Это неподалеку. Что случилось-то, Олег? Ну, он за меня палит все время. Игра крашнулась. Это знак, это по-любому знак, блин. О, блин, такой глупость, блин. Ё-моё, я снимаю нах, блин. Всё. Это невозможно будет пройти миссию эту. Придётся, блин, покосить. Всех, блин, людей, блин. Всё, он зависло, блин, окончательно. Не вариант. Это нам можем на этом закончить. К сожалению, только час. Поиграли. Да ладно. Спасибо, что смотрели. Пока.